Всем привет, мой канал Анастасия. Я думаю, вы помните, что я делала из воздушного пластилина вот такую птичку. Это у нас снегирь. Я еще сделала синичку. Вот. И вот такую попугайчика. Еще я сделала мисочку с кормом. Это я взяла вот этот пластилин. Он очень хорошо режется, когда засохнет. Я скатала длинные колбаски, и потом, когда они засохли, нарезала пополам. Мисочка тоже из пластилина воздушного. Вот, еще такой вот мячик для птичек, чтобы они вот так вот могли. И еще, ребятки, у меня тут получается не только птички, но уже целый зоопарк. Вот такой котенок миленький. Мяу-мяу. Щеночек рыжик. Еще две собачки хаски. И вот такой вот щеночек миленький. Маленький. Еще я сделала такую косточку для собачек. И вот такую будку. Туда я положила маленькую салфетку. Еще я взяла плетеную корзинку и положила туда листик и тоже салфеточку. Это у меня будет гнездо для моих птичек. Смотрите, у меня вот серьезно уже зоопарк целый. Я показывала вам вот такие поделки из воздушного пластилина. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока и до скорых встреч!